Петер Хиллер вступил в должность руководителя московского представительства ДААД в марте этого года. Тогда же было подписано соглашение между Ассоциацией ведущих университетов России, в число которых входит и КФУ, и Германской службой академических обменов. Сейчас в Германии учатся 11 тысяч студентов из России. По словам господина Хиллера, с каждым годом количество договоров между немецкими и российскими вузами только растет. Сейчас у нас больше 900 таких договоров между русскими и немецкими вузами. И немецкие вузы знают, что здесь подготовка студентов на очень высоком уровне. Также Петер Хиллер встретился с представителями КФУ, активно развивающими сотрудничество с немецкими вузами. Была отмечена важность открытия при университете информационного центра ДААД, где все желающие могут узнать о научных стажировках и стипендиальных программах службы. Что касается планов на будущее, то активная работа идет по подготовке к реализации совместной бакалаврской программы с университетом Регенсбурга «Междисциплинарные германо-российские исследования». Диана Авакян, Ленардо Влетьяров, Универньюз.